Четыре десятка молодых педагогов и наставников было приглашено на выездное спортивно-оздоровительное и организационно-методическое мероприятие в детский оздоровительный лагерь «Окуневские зори». По сути своей, масштабный слет имел мотивационно-ознакомительный характер для участников, которые ранее уже прошли образовательный этап проекта «Территория наставничества». В рамках проекта прошло обучение наставников. Мы обучили 58 человек со всего района. Дальше мы собираемся внедрять все инновационные методы по наставничеству, все технологии по наставничеству в школах, на местах. И сегодня проходит общий сбор, мотивационная сессия именно для наставников и молодых педагогов. Мотивационная сессия в «Окуневских зорях» была разбита на несколько стадий, среди которых спортивный квест, предполагающий коллективное преодоление несложных препятствий на свежем воздухе, методическое мероприятие на закрепление теоретических знаний, психологические тренинги на повышение уровня самообладания и самоконтроля, а также йога-терапия. Каждый педагог мог получить для себя именно то, чего ему не хватает, а наставник поделиться своим опытом. В конечном же итоге все это нацелено на оптимизацию работы с детьми в образовательных организациях муниципалитета. Нас сюда привела жажда новых знаний, стремление научиться чему-то новому. И сейчас особенно актуальная тема для каждого молодого педагога, я считаю, год педагога-наставника, взаимодействие между наставляемым и наставником. То есть надеюсь, что сегодняшний день принесет нам что-то новое, что-то интересное, покажет нам, как нам стоит улучшить свою работу, как начинающим педагогам. Приходит молодой педагог в образовательную организацию, не имея опыта. Ему очень сложно влиться в детский коллектив, ему очень сложно в каких-то проблемных моментах правильно педагогически выстроить свою работу. И тут приходит на помощь, естественно, наставник, который имеет опыт, который прошел весь этот долгий, длинный путь и имеет достаточно умений. Дети его признали авторитетом, скажем, да, там уже он умеет с детьми выстраивать свою работу, и поэтому он в этом плане поможет наставляемому и подскажет правильный путь. Поначалу педагогам нелегко давались задания организаторов, но для этого и был задуман выездной слет, чтобы как следует узнать друг друга, научиться работать в команде, проявлять свои сильные качества, помогать и поддерживать коллег. А когда все это делается весело, задорно и старательно, результат не заставит себя долго ждать. Максим Красный, Иван Лободин, телеканал «Первый Советский».